Новый день, новые приключения. Друзья, кстати, интересный тот факт, что в Киргизии, в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане очень много таких семейных или не семейных отельчиков. Та-дам! По три койки вот на юте всегда. Вот втроем ехать на мотоцикл в путешествие, это прямо отличный вариант. Еще четыре часто бывают, семейные такие номера. Вот. Идем завтракать, у нас он включен. И новый день сегодня с Бухары едем в Самарканд. А где тут тапочки? Опа. Ребята довольные. Довольные. Да, все в телефонах довольны. Кто-то завтракает, мотик мой довольный. Кстати, надо взять. Какой думал, голову вообще. На какой стол? Там сидят за столом. Возьму я у тебя ключики, фильтр постучу. Хочу проверить. Друзья, смотрим наш фильтр. Фильтр с большего, кстати, нормальный. Чуть-чуть грязьки, мух. Ну, это мелочь. Я думал, что тут прямо сыпаться песок будет. А теперь я вам покажу, сколько было грязи. Смотрите. Бумажечки. Это все могло попасть в мотор. Представьте. В общем, будем колхозить сюда. Колготки найдем и наденем что-нибудь, чтобы закрывала сеточка была еще от большого мусора. Ну, мухи тоже залетали. Ну что, друзья, потеря, потеря. В общем, минус одна спица у Африки. Даже Африка не выдержала нагрузок. Это твой первый гвоздь. Будьте здоровы. На, носи его. Как обычно, приключения. Едем. У нас дорога до Бухары, 270 километров, где-то 4 часа пути. Сейчас, кстати, начало лайтово ехаться, буквально 4 часа, и ты уже там, это главное. Вот, но зато время увеличивается в путешествии. Я думал, чуть быстрее будем, но, к сожалению, это не так. Автолюбитель неудачно поставил. Честно, даже непонятно, сколько времени еще займет наше путешествие. Но однозначно еще немало. Мы даже полпути не проехали, а на данный момент это уже у меня сколько? 2500 миль. 3200 километров. 10 часов мы отправились наш путь. До Самарканда всего лишь 270 километров. Два раза заправиться. Все-таки какие эти буханочки прикольные. Я, кстати, больше таких буханок нигде не видел. Это вот прям такая узбекская тема. Тоже чистенько, аккуратненько, да, вот молодцы. Мотоцикл — это лучше кофе. Проснулся, сел за руль, бодрит сразу. И... Ну что, дорога хорошая. Почему-то меня повела по маленьким дорогам, а не надо автобан. Ну, с Бухары такой есть, выезд и въезд он имеется. Потом сейчас мы выскочим на автобан. Ну, так называемый. Потому что автобан-то все-таки платная, а это здесь все бесплатно. Ну, главное, что дорога хорошая. А то, что по маленьким едем, даже интереснее. Все такое здесь зеленое. Да, Самарканда все уже такое будет красивое. И это приятно. Так интересно, если смотреть, с левой стороны водоем. И такие песчаные красивые. Не скал, но что-то такое. Дорога отличная, вдоль железки. Это железная дорога, идет прямо в Самарканд. Поезд дешевый, $20 стоит проехать на поезде. Это при том, ну, хорошем вагоне. Но заранее брать, потому что все занято. Сейчас разговаривали с чуваком в кафе, в нашем хостеле. Он сказал, что пытался забронировать, нифига нету места. Ну, красиво, интересно. Я тут думал, будет зелень, а у нас по дороге какой-то
повела опять непонятная. Блин, иногда Google страдает. Без онлайн он почему-то ведет куда-то. Но мы едем. Куда идет? Класс. У-ху! Не скажу магистраль, так себе. Дорога более битая, на Хиву она прямо идеальная. Чуть ближе к Бухаре будет получше, но все же попрыгать мне на Харлей придется. Двигаем. Погода отличная. Сегодня смотрели погоду на Таджикистан, и там, конечно, немного печально. Уже гораздо холоднее становится. Там будем уже в полном экипе. Ну ничего, главное Памир, он почти рядом. Такая как загруженная дорога, населенная, как бы летишь, очень этих много мелких машин. В Узбекистане люди водят, честно скажу вам, так себе, сильно не смотрят. А, нормально, безопасно, но всегда надо быть на контроле. О, москвич еще старый, уже второй такой. Вот. Маленькие эти машинки могут ехать посередине ряда, их две может поместиться. Сильно они не пропускают, ну, опять же, наваливать можно. Вот сейчас в зеркало не смотрят, но вот так можно отъезжать безопасно. Они многие контролят камеры, и имейте в виду, если вы будете на машине, то часто камера идет, стреляет вперед, вот одна из них, да. Но это обычная камера, но видеонаблюдение, а есть еще и радары. Я в прошлый раз, кстати, когда был в Узбекистане, на границе потом оплачивал штраф за превышение. Сейчас мне это не грозит, но все же имейте это в виду. Мотоцикл все-таки номера сзади, а многие камеры стреляют спереди. Вот, нам еще осталось 162 километра, скоро будет заправка, и мы в Самарканде. Сегодня на самом деле будет очень лайтовая поездка, всего 2 часа 30 минут нам осталось, и можно будет погулять, что очень прекрасно. Заправок уже стало хватать, их очень много, много метановых. Это, как я уже говорил, самая, наверное, метановая страна в мире, которую я пока посещал и видел. Полет нормальный, погода отличная. Вот шлем бы только поменять. Честно, мой шлем, у меня NC70 Nolan Classic вроде бы, или 2. И вот эта борода, она у меня просто отщелкивается, ее постоянно прищелкивать неудобно. Хоть и лучше с ней звукоизоляция, меньше по ушам бьет. Но сегодня, опять же, отличная погода. К сожалению, в Душанбе такого уже не будет. Еще Душанбе ладно, но дальше Харок, мы будем уже мерзнуть. А, нравится. Все такие смотрят, улыбаются, это круто. Но иногда они пытаются обогнать, иногда они пытаются как-то так подрезать, подсигналить. А, без злобы. Вот такой своей наивностью. Это иногда и прикольно, но оно мешает и напрягает. Ну, как сейчас. Сигналят, что сигналят. Поморгать, посигналить, а ты думаешь, блин, может там милиция. Ну, по милиции. Вот. Ну, что ты повернул? Зачем ты так сделал? Что это было за движение у тебя? Поэтому хороший пример, как в Узбекистане могут водить. Ну, плюс дороги не супер такие. Где-то хорошие, где-то плохие. Ближе уже к Самарканду и Ташкенту вы будете их встречать. В основном не останавливают, просто проезжаешь и все. Ну, чуть замедлился. Значит, ближайшая будет заправка. Можно уже будет подкинуть бензина. Кстати, 92-й здесь хороший, хоть и дорогой. Но по расходу великолепно. Едет мотоцикл, ничего не отбивает. Все отлично. Мне нравится. В Таджикистане нас ждет бензин примерно такой же цены. Напомню, что здесь бензин стоит где-то 80 центов за литр. Дорогой. 80 или 70 рублей. А в некоторых местах, где мы будем уже покупать бензин с бутылки, там он, скорее всего, будет уже дорогой. Больше доллара. Ну ничего, не поделаешь. Запастись бензином при таком мотоцикле не получится. А 700 километров придется как-то двигаться. Да, населенные, конечно, очень такие оживленные. Машин туда-сюда, людей шныряющих через дорогу. Но зато запахи какие вкусные.
дорога хорошая. Любой уже городок хочется подняться, помассировать пятую точку. На Харлее, кстати, после поднятия руля стало удобнее это делать. Ехать стоя. Прикольно здесь видеть 80-й. Кстати, он недорогой. 78 сум. А 78 сум. Так. 78 тысяч. 7800 сум. Это 0,60. Или 55 рублей. Ну, понятное дело, что он дорогой, но все же. 92-й в любом случае дороже. Но они, кстати, все ездят на 80-м. Заправляемся. Вообще нормально, 92-й, только цена большая. Короче, наш тест-драйв, друзья. Сейчас попробуем, как местные ездят на буханках. Как вы их называете? Дамаш. Да? Дамаш. Ну, буханка тоже называем. Да, тоже буханка? Да, да, да. Ну что, удобно? Смотри. Опа, механика. Тут газ. Он просто хочет себе такую, понравилось ему. Ну еще удобно. Это Шевроле, кстати. Не, очень удобно. Они качают? Перевернуться можно? Ну, когда резко поворачиваете. Надо аккуратно, да, чтобы не этот. В общем, прикольно. Вот такая тема. Интересно. Ну это лучше, чем эта буханка наша. Всегда столько людей, всем интересно. Ну все, давай, мужики, счастливо. Мы прямо как цирк ходячий. Все смотрят, любуются, расспрашивают, сколько прет, сколько жрет. Ну, буханка прикольная. Так, дорога какая-то тоже здесь прикольная. Все коррумпировало, по-другому ты не скажешь. Все, вы только так можете, по-другому никак. Все одинаковые. Так ты прикинь, эта буханка стоит 8000 долларов. Так что цены у них здесь на машины пипец. Прямо все такое вот хорошее, аккуратненькое, красивое. Молодцы. А уже старый город, площади, вот Самарканд, это прямо будет вау-вау-вау. Ну, все увидим. Красота! Тенечек так прямо, ух! Здесь уже жарко. Где-то, наверное, тридцаточку. Йоу, мы в Самарканде! Наш последний городишко в Узбекистане. Как, пацаны? Нормально. Перед въездом в Таджикистан готовы? Да, да, да. Отдохнуть, погулять и готовиться к Памиру. Потому что завтра у нас уже будет пересечение новой границы. Моей личной границы. Новой. С новой стороны. Пацаны, я там как-то так не очень коллекционирую. Я буду очень доволен и рад. Это... Я уже там служил. Хорошая. Да, ты там был. Вот, Паша не был. Так что будет ух, а сейчас пойдем смотреть Самарканд. Этот отель в хорошем месте, ну как-то он, так, качество не очень. Ну и в принципе цена та же самая, почти по 10 долларов. Принимаем душ и идем смотреть Самарканд. Вот так мы наши поставили мотики с коврами. Это город Самарканд. Да? О, идешь, друзья, и уже кайфуешь, потому что, смотрите, уже мангал прямо на улице, такой вот длинный, и готовят мяско, а это все так вкусно пахнет, просто офигенно. Вот такое здесь местечко, зашли мы вот, такую красоту, сейчас как залезем. Пойдет, Паш, тебе топчан здесь? Ну, я не знаю. А наверху места есть? Тут, смотри, здрасте. Арбузы даже, смотри, плавают, прикольно. Интересно, да, так? И красиво.
тема. Топчан интересно. Такой раз залез на подушечку, ножки скрестил. Чего ты, Сань, выбираешь все время без спинки? На спинку иди? Я продвигаюсь сюда. Ага, продвигайся. За вами хер успеешь куда-то сесть. Самое вкусное, что, друзья, надо пробовать. Курдюк. Ну, такое классное. Булочка просто тоже офигенная. Главное, еще интересная тема, что в Узбекистане всегда только алюминиевые почему-то шпажки есть. Это тоже интересно. Красоты, друзья, Самарканда. Главная площадь. Просто вау. Кстати, если посмотреть внимательно, можно видеть, что они не под уровень. То есть завалились они немножко. Сама эта тема вся завалилась. Вот та вообще труба кривовато установлена. Здесь такой интересный балкончик, и можно лицезреть вот эту всю красоту. И главное, что бесплатно. Кстати, заход туда, вот видите, заборчик. Он стоит платный, туда заходишь, там платишь, и можно походить внутри, заходить в здание. Это, конечно, круто. Отдельное видео на канале уже есть, мы там посещали, гуляли, смотрели, так что под видео оставлю ссылочку. Кукурузка вкусная. Так, это кукурузка, тут яблочко, вот такое можно запечатанное, карамели. А мы сейчас идем вон туда. Смотри, красиво, тепло, чистенько. Ты гуляешь по Самарканду в сентябре месяце, пока кто-то... Думаю, это теория заговора. Либо... Смотрите, какой пузырь кола. Да, это мусорка. Либо кто-то пока где-то в другом месте, а мы здесь. Ну, это еще вида здесь не восстановлено, но все же мощь. Друзья, мечеть Амира Тимура. Какая красота. Просто монументальное здание. В то время, представьте, на белом мешаке узбек приезжает в Самарканд, и он видит вот такую мощь. Сколько это этажей? Как 9-этажное здание. Конечно, он будет в ахере. Да и я в ахере уже сейчас. В общем, мечеть. Мы в мечети, друзья. Это тоже интересное здание. И здесь самое старое. Самый старый Коран. Вот так вот. Да, самый большой Коран в мире. Ну, так, по крайней мере, говорят. Главное, что здесь, опять же, мусульманство, нету икон, нету идолов, да? Просто красивые рисунки. Что было? Вот прикинь, это все было развалено, люди, скорее всего, эти все поразбирали себе на дома, как обычно, и восстановили. Саня, какую ты не любишь самую страну? Ты только что говорил про Италию. Ну, Италия просто немножко ворует. Немножко ворует. Вот так всегда. Как, я не скажу, вот как что... включаю камеру, все, сразу Саня замолкает. Я не могу сказать, что там какая-то самая плохая страна. Нету таких, все страны хороши. Ну, просто правительство в Италии очень странно ведет по отношению к ворам. Демократия. Всем добро. А вы где-то учились, чтобы так вот уметь это делать? Вас кто-то учил? 15 лет в работе. Ух ты! А сколько лет вы этим уже занимаетесь? 2 года ученым, 15 лет в работе. И почем такая картина потом будет стоить? Разные. Ну вот именно это, сколько будет стоить? 2 миллиона большие. Маленький 400
500, 800, 700, разные. Да, рынки Узбекистана, они просто шикарнейшие, и здесь самое главное, что помимо того, что можешь купить по нормальным, адекватным ценам, иногда, не везде, вот ташкентский очень классный, но и главное то, что здесь можно все это попробовать, поесть, покушать, и местные также здесь затариваются. А, Паш, смотри, вот систему, видишь, это вода, раньше здесь текла чистая вода, и можно было ее взять там для каких-то обиходов. Все это можно попробовать, здесь очень интересно. В общем, Паша, начинай. А где пиво-то? Орешки, орешки, вкусняшки. Вот тебе, не инжир. Пожалуйста, дорогие, кто-нибудь вас купит. Вот, а это не инжир. Ну, ищем дальше. Я вообще люблю походить. О, что-то тут есть у вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Откуда? Беларусь, Россия. А, Россия, я Россия. Брест. Как относитесь к России? Хорошо? А Беларуси? Беларусь тоже. Хорошо. Ну, я в Советском Союзе родился. И я родился тоже в Советском Союзе. А я, знаете, где служил? В Термезе. Я в Германии служил. А я в Термезе, вот на афганской границе. Знаете, да, вот у нас. Хакиль-Аль-Термези, там мечеть такая. Нашего Союза, там украинцы, белорусы, русские, все были татари, одни, ну. Казаки, узбеки, 16 это больше. А инжир, да, есть? Да. Инжир, сухой? Нет, такой. Маленький, да? Нет, такой целый. Целый? Это халва. Сюда, внизу, да. Вы знаете, что надо взять? А. Что надо взять? Такие вещи возьмите. Это что такое? Урюк. Нет, сразу кусайте. Попробуйте. А что это есть-то? Попробуйте. Ну да. Это натуральный урюк с грецким орехом. А, вы то запихиваете его, да? Перед ним Сникерс будет плакать. Честно, Сникерс чисто химикат. Это натуральный. Натуральный Сникерс. Это, знаете, это для сердца, врага для сердца, а грецкий орех для мозга, для глаза. А для секса? Для секса тоже. Футбол, вот это надо попробовать. Красота, смотрите, какой рынок. О, гранаты хотел попробовать. Оп. Национальный хлеб обязательно надо попробовать, очень вкусный. Верю тебе. А теперь, да. А теперь смотрите, какие размеры дынь. Торпеды, просто пипец, огромные. С моей рукой. Ну, лепехи, кстати, у них прям можно видеть, как они делают. Можно зайти в такую тандырную. Ну как же без инжира, друзья? Расскажи, что там было. Она и потрогала этот. Сначала все пробовали. Лизнула, потом потрогала лепешку. Она ее потрогала и слезнула, а потом еще другую потрогала. В общем, это очень интересно. А смотри, какая интересная тема. Это газировка. Наливаю тебе тархун и газовой воды. Прикинь. Блин, какая вкусняшка. Да? Столько красивых мест и все это, знаешь, такое скопление в одном городе. Очень круто. Очень интересно. Ну, обязательно надо заехать в Узбекистан, покушать плова, покушать шашлычок, ну и, конечно же, посмотреть достопримечательности. Такой могильник. Здесь вроде как президент, но могу не точно сказать. В общем, можно и помолиться, и посмотреть такую красоту. Друзья, это главное кладбище
Самарканда. Самые старейшие. Здесь у нас захоронение. Очень красивое место. И, кстати, здесь получаются инстафоточки. И обычно здесь кипятком писаются, потому что инстафоточки получаются. 1376 год, представь, могильник. 1376. Вот так вот. Это как раз так сделать. Вот в этом месте обычно и делают фоточки инста. Ты щелкнул? В общем, прикольно здесь. Обязательно для посещения. Вот такая красота. Что же в мавзолее? Во-первых, резная дверь. Очень красиво. Здесь гроб, типа. И безумно красивые рисунки. Вау. К сожалению, видишь, только на востоке так относятся. Ну, это может быть знать. Начнем с этого. Хранят традиции стариков и уважают. Смотри, как в очереди, да? Да. Люди, они в возрасте, им почет, да? Не пропустили. У нас бы стариков пропустили, может? Нет. У нас бы нет. Вот это очень интересно сделано, такое объемное. Прямо очень круто. Прямо все такое. Какие-то надписи. Подсветкой стало еще интереснее и загадочнее. Сейчас, когда потемнеет, вообще будет красиво. Молодцы, вот представьте, какое правильное направление. Пригласили людей, сделали правильную подсветку. Все это стало играть красками, и сюда хочется приезжать еще раз и еще раз. Короче, индусы свои песни закатили. А при чем здесь они? Что за праздник? Началось у нас обслуживание Хонды. Заменили мы звезду, кстати. Вот такую. Она вот такая у Паши. Кстати, она еще заводская и не менялась ни разу. Прикольно, как смотрите, стерла. 20 тысяч, 26, 27 тысяч. Вот сейчас Паша подрегулирует натяжение. А у нас здесь такой вот топчанчик. Мы, короче, подпили пивка и думаем, ну почему бы не заменить что-то в мотоцикле. И заменили. Нифига себе ты его. Он сильный, Макс. Он такой.